пункт 5 Межгалактической конвенции о правах живых существ. Каждое существо имеет право на спасение. Искусственный отбор. Экспедиция на планету Земля. Отчет. За 15 минут до столкновения с астероидом были выбраны 6 случайных представителей Земли. Им предоставили возможность решить, кого переселят на новую планету. Необходимо было принять единогласное решение за оставшееся время. Сначала казалось очевидным, что спасать нужно всех. Но, как известно, землянам крайне трудно согласиться друг с другом. Граждане, закон все решил за нас. Все, кто недостоин жизни, уже находятся там, где они должны быть. В тюрьмах. Так мы их и оставим. А бизнесмен предложил не брать наркоманов, алкоголиков и бомжей. Домохозяйка захотела избавиться от мигрантов и шумных соседей. Тогда студент предложил не брать полицейских. Профессор предложил взять небольшую группу генетически совершенных экземпляров, которые создадут в будущем идеальное общество. В ответ студент напомнил, что многие гении не прошли бы тест профессора, и в том числе он сам. Какой еще тест? У нас в роду все здоровые! Давайте спасем тех, кому доверяем, наших близких. С ними точно проблем не будет. Вы мыслите непрактично. Нам не нужны лишние рты в суровых условиях новой планеты. И он предложил не брать с собой тех, кто не может работать. Тунеядцев, стариков и больных. История уже знает такие примеры. Это все бессмысленно. Я хочу, чтобы этот дерьмовый мир исчез. И он предложил не спасать никого. Мы же ничего не успеем, и все погибнем. Надо взять всех, а разбираться уже на новой планете. Тогда все стали голосовать за эту идею. К моменту столкновения астероида с Землей люди были успешно эвакуированы. Но не всем так повезло.